Кафе «Экспресс» города Каспийска, комплексный центр социального обслуживания населения, организовал настоящий праздник для 15 детей, погибших участников СВО, а также для 5 действующих военнослужащих. Быть ребенком – это волшебство, а детство – это самые волшебные моменты жизни любого человека. Каждый ребенок достоин видеть мир, полный только волшебства и великолепия, чувствовать себя любимым и защищенным. Все дети – это будущее нашей планеты. А лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми. Для ребят организаторы накрыли столы с разнообразными блюдами и сладостями, а воспитанники дома детского творчества подготовили для них музыкальные номера, песни и танцы. Содействие в организации праздника оказали директор торгового дома «Экспресс» Абакар Кацаев и директор ДДТ Аминат Насрулаева, за что руководство КЦСОНа отметило их помощь благодарственными письмами. По окончанию мероприятия всем детям были вручены сладкие подарки и канцелярия. Как отметила заведующая отделением социального обслуживания на дому детей и семей с детьми Диана Магомедерова, данная категория граждан находится на постоянном обслуживании муниципальной социальной организации.